Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мне прислали на обзор целых три пары очков из компании Tijen. Это американская компания, и мне понравилось, очень даже импонирует идеология компании «Искусство — это жизнь». И мне понравилось то, что все очки сделаны из безопасных материалов, они очень комфортные, и если вы заглянете на сайт компании, то вы сами вдохновитесь этой идеей, что очки — это круто. И на самом деле сейчас очки в тренде, потому что они позволяют доработать образ, помочь спрятать какие-то недостатки или подчеркнуть достоинства, то есть они такие как вишенка на торте. Но тут очень важно грамотно подобрать форму очков. И что мне понравилось, на сайте есть огромный ассортимент, и можно выбрать под любой тип внешности, как по форме лица, так и по цветотипу. Я выбирала очки не для зрения, специально смотрела нулевочки, чтобы просто для образа дополнить свой образ. Я вам сейчас покажу эти очки поближе, чтобы вы сами увидели, насколько они классные, качественные, их так приятно держать в руках и носить. Я уже с ними немножечко поиграла, потестировала, конечно, они классные. Давайте посмотрим, а потом я покажу их на себе. Очки пришли в картонной плотной коробке, здесь логотип компании, внутри также есть Instagram написан, можно найти как раз эту компанию, посмотреть, какие модели есть, ну и на фотографиях очень красиво все представлено. Сами очки приходят вот в таких шикарных чехлах под кожу, удобная клепочка, и внутри как раз лежат очки. Мне прислали две пары со стеклами нулевками, сейчас мы их посмотрим. Еще внутри лежит открыточка со всеми пожеланиями, и если вы будете заказывать очки какие-то специальные для зрения, для того чтобы смотреть качественно, потому что я заказала нулевки, то вам здесь придет рецепт, и вы сможете с этим рецептом далее уже оформлять заказы, это очень удобно. Также в коробочке лежит специальная салфетка, она просто какая-то необыкновенная по качеству, такая интересная тряпочка под замшу, все сделано, такая мягенькая, красивая, тоже везде надписи, логотип компании Tijen. И еще меня удивил вот этот маленький пакетик, сейчас открою, покажу. Если что-то случится с вашими очками, то здесь будет такая маленькая отверточка, вот такая малюсенькая, с другой стороны шестигранник, вау! То есть поменять какие-то гаечки, переставить, и есть специальные такие насадки заменить для того, чтобы комфортно сидели очки на переносице. Вот так закрывает, конечно, очень маленькое чудо, как приятно, все с заботой о людях сделано. Так, убираем, и сейчас покажу очки. Так, первая моделька, я очень давно мечтала о таких имиджевых очках, именно вот с леопардовой оправой, выполнено очень круто, дужки пружинят, на концах дужек есть логотип T. Очень удобная посадка, красивое исполнение, качественно, сразу видно, что это красивые, классные, дорогие очки. Вторые очки для дочки заказали, вот такие они стильненькие, просто серебристые дужки, серебристая оправа, дужки с черным, тоже везде логотип, тоже пружинят, очень, очень хорошо сидят очки в посадке, мне все подошли, хотя заказ через сайт, всегда как бы волнение есть, подойдет, не подойдет, а как они будут сидеть, тем более очки. И вот еще одни очки пришли отдельно в коробочке, это хитрые очень очки, вот так они тоже здесь в коробке лежали, также с открыточкой, и салфеточка везде, есть такой сервис, да, салфеточка, все, визиточки. Сами очки с интересной очень технологией, очень нужной технологией — антифог. Дело в том, что эта технология позволяет не запотевать стеклам, и это так актуально, особенно для тех, кто носит очки на регулярной основе,
и приходится сейчас ходить в масках, сразу запотевают очки, а когда заходишь с улицы, с мороза в помещении, тоже они запотевают, пьешь кофе — запотевает, а с этой технологией они вообще не запотевают от слова совсем. Тоже такие классные стильные очки, и я давно хотела именно такую форму необычную. Я всегда думала, что мне такие очки не очень идут, но сейчас вам покажу, как они на мне будут выглядеть, и сами посмотрите, мне кажется, очень даже прикольно. Такие тоненькие изящные дужки, тоже заканчиваются леопардовыми наконечниками. Вот такие вот красавцы очки. Ну что, давайте попробуем, как они на мне будут смотреться, покажу. Итак, начнем с самой легкой оправы, которую выбрала дочка, и ну я ее тоже примерю. Кстати, мне понравилось, как они сидят на мне, такие необычные, легкие, невесомые, классно будут смотреться в деловом образе, с пиджаком, с блузкой. Ну и вот мне кажется, сейчас просто на мне такая легкая летняя блузка без рукавов тоже смотрится вполне прилично. Я жду ваш отклик, как вам нравится, не нравится. Следующие очки померяем, те самые кругленькие, я их называю очки Гарри Поттера, но я так о них мечтала, сколько раз мерила, мне обычно они не подходят, а в этот раз мне показалось, что они мне даже очень хорошо на мне смотрятся, сели идеально, они настолько комфортные, вот просто я их на себя примерила и даже забыла, что они на мне. Это очень важно, потому что когда очки приносят дискомфорт, они могут давить дужками за ушами, может разболеться голова или переносицу, то есть если плохая посадка, то очки долго не получится носить однозначно. Так, жду ваш отклик на второй номер, очки Гарри Поттера их так будем называть. И третьи, мои любимые, которые я очень давно хотела, такую модель. И я знаю, что мне такие кошачьи очки, лисички очень идут, надо бы стекла протереть. Подождите секунду, заодно воспользуемся. А, тряпочку я не взяла, ну окей. Значит так, это мне нравится больше всех, с ними я себя чувствую вот просто настолько классно и комфортно, прям мое. Конечно, взгляд со стороны очень важен, и поэтому я буду рада, если вы напишите свое мнение. Но если вам совсем не нравится, не пишите, потому что мне это нравится. Самое главное, как говорится, чтобы нравилось нам. Итак, третье с леопардовым таким принтом необычным. Вот, так что я вам рекомендую, загляните на сайт, вы увидите в ссылке под эти, все ссылки будут под этим видео, что-то я очки-то сняла, вы можете перейти по ссылке на сайт, посмотрите, там есть скидки, дополнительные распродажи, огромный ассортимент солнцезащитной коллекции для коррекции зрения, антифог очки, это просто находка с такими стеклами, смотрите, ничего, они такие, оп, и все, запотели, видите, да, разница. Что бы я ни делала, я пила с ними кофе, я на них дышала, они не меняются, и это очень круто. Поэтому рекомендую такую находку подобрать для себя под ваш образ, самые классные варианты очков. Жду ваших откликов. А если видео полезно, ставьте лайк. С вами была Лилия Донского. Всего доброго. Пока-пока.